Анонс и точная дата выхода 17 и 18 серии нового сериала «Доктор Вера». 17 и 18 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 30 марта. Напомним, по сюжету сериала главная героиня Вера считает свою жизнь идеальной. Любимый муж, дочка, работа. Все отлично, но стабильно классная судьба решает внести некоторые коррективы. Так у кардиохирурга неожиданно пропадает супруг, а на руках женщины маленький ребенок и мама, которой нужен уход. Со временем, как гром среди ясного неба, на пороге Вериной квартиры появляется незнакомка. Мол, именно она настоящая жена Андрея. Дороги назад нет, и несмотря на всю боль, нужно жить дальше. Героиня возвращается в больницу, где работала раньше. Она зарабатывает деньги, лечит пациентов и начинает все с чистого листа. В ее деле постоянно какие-то неожиданности, приключения, много сложностей, а также не всегда идеальные отношения между коллегами. Напомним, 17 и 18 серия сериала выйдут на телеканале 1+1 30 марта. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!